Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Здравствуйте, друзья, коллеги, уважаемые подписчики. Сегодня я хотел бы объявить об онлайн-дегустации напитков, своих напитков, которые будут рассылаться на дегустацию по всей России. Вот в такие вот бутылочки будут упаковываться, по 100 мл каждый. Предположительно, планируется порядка 9 различных напитков. Эти напитки будут отправляться, ну и по плану 6 июня мы проведем стрим, где все вместе будем дегустировать эти напитки. Дегустировать напитки, отвечать на вопросы я буду по поводу напитков и не только. Что еще можно сказать по поводу дегустации? Для того, чтобы узнать, как принять участие в дегустации, нужно будет написать на почту, ссылочка на которую будет внизу в описании, вернее, адрес почты. И я пришлю все, что нужно для участия в этой дегустации. Соответственно, дегустация будет всеобщая. То есть я буду дегустировать на камеру, вы будете дегустировать за дисплеями телефонов либо компьютеров и будем общаться в прямом эфире. И мне просто много вопросов поступало, как бы попробовать, как продегустировать, а вот что. Ну и я считаю, что такой формат довольно хорошо подойдет. Ну и объем 100 мл, это объем вполне достаточный, чтобы за тем же дисплеем собраться, например, втроем и там по 30 мл продегустировать каждый напиток и поделиться впечатлениями еще между собой. Поэтому вот такие вот планы. Пишите в комментариях, вообще интересна ли эта тема, не интересна. На этом буду заканчивать. Всем всего доброго. Хороших и вкусных напитков вам!